Всем привет, с вами Брогеймер. В этом видеоролике расскажу вам, как пользоваться одним очень интересным приложением. Называется это приложение Nike Training Club. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store, а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас просить подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в данное приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. У нас есть рекомендации, далее тренировки, то есть подборка определенных тренировок под вас, то есть под те настройки, которые вы указывали перед входом в данное приложение. Когда первый раз авторизуетесь, у вас там появляются всякие менюшки, ну вы поняли. Также в настройках есть очень много функций, вот, то есть, как мы можем увидеть, у этого приложения есть настройки, далее активность, то есть, все то, что, в принципе, вам может пригодиться при работе в данном приложении. В поиске вы можете увидеть вот такие вот разделы, то есть, тут есть определенная цель тренировки, то есть, указаны подразделы под каждым разделом, то есть, они вам хоть как пригодятся, то есть, именно то, что будет основой ваших тренировок. Далее, также есть программа, то есть, вы можете, кстати, создать программу именно под себя. Сейчас я вам покажу, как все это, в принципе, делается, то есть, как работать с тренировками. То есть, мы зашли на тренировку, указали, которая нам нужна, указали, сколько, выбрали, сколько по времени, допустим. Тут также есть настройки, то есть, вы можете выключить звук, если вам это, в принципе, будет не нужно. Также тут есть определенный раздел с музыкой. Вы можете, допустим, некоторые вставляют свою музыку, то есть, можете делать плейлист, создавать себе исполнители, альбомы, все в этом плане, то есть, тут доступно. Или же вообще убрать музыку, если она вам в принципе не нужна. Нажимаем на загрузить, то есть мы загружаем данную тренировку. И после того, когда она у нас загрузилась, мы нажимаем на старт. После же этого у нас идет вот такой вот небольшой голос, то есть там говорит, в основном озвучивает про саму тренировку. Далее мы можем спокойно это все дело пропустить, если нам это не нужно. И как вы видите, тут есть вот уже сам, то есть процесс тренировки, как это все будет происходить. То есть тут все расписано, то есть все очень легко понять, как это все делается. Как вы знаете, то есть тут специально все по времени для вас расписано, чтобы вы помогли это спокойно все понимать. Далее, после же этого можно посмотреть, как создавать программу, то есть кому-то из вас все равно это будет нужно, то есть нажимаем, допустим, на какую-нибудь, просто нажимаем в любое место, то есть какая тренировка нам именно нужна, то есть далее выбираем потом количество тренировок в неделю, добавить бег, все, то есть то, что вам будет нужно, это скажу я сделать очень просто, то есть тут особо напрягаться не нужно. Теперь в основном поговорим про самые основные проблемы, которые случаются при работе в данном приложении. Итак, первая проблема у нас, что делать, если у нас данное приложение вылетает. Вылетать оно может из-за того, что есть какая-то несовместимость в обновлениях, то есть либо плохо обновлена система вашего телефона, либо же плохо обновлено само приложение. Приложение обновить достаточно просто, для этого вам потребуется идти в раздел, точнее на платформу Play Market или App Store, и там уже в принципе и обновить. А систему телефона уже обновить вам будет посложнее. Для этого вам потребуется зайти в раздел настроек, далее в настройках еще такой раздел, как о системе. У всех он может называться по-разному, как об устройстве, о телефоне, вообще совершенно разные названия у него могут быть. Он может располагаться так же, как и в конце, как и сверху, то есть в самом начале. То есть найти его достаточно просто, если будет лететь, это может быть минут 5. В этом уже разделе вы ищете функцию как автообновление, то есть ее просто нужно активировать, и все будет в принципе обновляться, и никаких проблем с этим уже не будет. То есть вы решите эту проблему спокойно. Далее, вторая проблема, что делать, здесь у нас данное приложение лагает. То есть лаги возникают из-за того, что под данное приложение выделяется мало оперативной памяти, вследствие чего и проходят лаги. От лагов избавиться тоже достаточно очень просто. Для этого вам потребуется скачивайте приложение либо AptiPlan, либо CleanMaster, потому что ненужный мусор, который содержится на вашем телефоне, он также влияет на это все дело. То есть из-за него могут ломаться как и системные настройки, вот такие, именно в сфере того, что в сфере работы, то есть плохо будет вывозить вообще работу телефона. То есть просто скачивайте приложение AptiPlan, либо же CleanMaster. Далее, просто чистите свой телефон. Кстати, если вы не знаете, как это сделать, я снял видеоролики на каждое из этих приложений, там вы уже, в принципе, если посмотрите их, можете все это дело понять. Также есть второй способ для более таких слабых телефонов. Именно что за способ? Для этого вам потребуется переустановить данное приложение и после каждого его использования чистить в нем кэш. Способ 100% работает, но
он очень довольно-таки долгий, то есть не каждому, конечно же, понравится его постоянно делать. Но это опять же на ваше усмотрение, то есть если вы не хотите, то вы можете и работать в прежнем формате, в котором и работали до этого. Итак, переходим к последней проблеме. Что делать, если мы обнаружили баг? Багов, конечно же, в этом приложении практически нет, но бывает такое, что они появляются. То есть баг – это ошибка приложения, когда разработчики пытаются внести какие-либо изменения в приложение, то есть что-то убрать, что-то новое добавить, то есть обновить его как-нибудь, то есть внести изменения. Они могут допустить ошибку в написании программного кода, все это и будет сказываться в виде бага, то есть баг – это ошибка приложения. Самостоятельно вы баг никак не исправите, для этого вам придется для начала что сделать? Это записать небольшой видеоролик, что за баг, как он проявляется, что вообще это такое, в общем, там происходит. Далее, к этому ко всему подписывайте небольшой текст, то есть, что вы хотите, чтобы как его, допустим, так скажем, поможете разработчикам его найти вдруг, если не смогут это сделать. После же этого отправляйте им это все дело на почту, и в ближайшее время, в течение 24 часов, вам придет ответ, и его, это приложение, так скажем, именно баги из этого приложения уберут, именно те баги, которые, по поводу которых вы написали вообще в целом сообщение. То есть отправили такой вот небольшой отчет о багах. Ну, а на этом особо-таки уже я все сказал то, что хотел. То есть я рассказал, как пользоваться приложением, сделал на него обзор. Далее рассказал про самые основные проблемы, которые случаются в данном приложении. Вы сейчас, главное, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и написать в комментариях, понравился ли вам вообще видеоролик или нет. Ну, а также хотел бы вас попросить подписаться на мой второй канал, на котором я снимаю игровую тематику. Ссылка на мой второй канал будет в описании. Также не забывайте, конечно же, заглядывать в описание. Я там оставляю всегда самые полезные ссылочки. То есть подписывайтесь на мой второй канал. Сейчас там довольно-таки интересный контент идет. То есть, кому нравятся игры, конечно же, не забывайте подписываться. Всегда буду рад новым подписчикам. У меня еще к вам большая просьба, чтобы вы написали в комментариях, на какое приложение мне записать обзор в дальнейшем. То есть напишите в комментариях, что за приложение вы хотите, чтобы я разобрал. Далее, если оно вообще на платформе Play Market или App Store, вдруг его там нету. Если его там нет, то оставьте обязательно ссылку, где я могу его скачать, чтобы мне не напрягаться, не искать его самостоятельно. Потому что это занимает очень много времени. У меня была недавно такая история, что мне оставили просто оставили в комментариях без ссылки, то есть название приложения PS Touch. Его, конечно же, не было на платформах ни Play Market, ни App Store. Я сам очень долгое время возился, его искал, но все-таки это занимает достаточно много времени. И чтобы такого не было, у меня к вам большая просьба, чтобы вы оставляли ссылки на приложения, чтобы я мог их по-быстренькому как-нибудь скачать. На этом я, в принципе, все сказал то, что хотел. То есть мне сейчас главное, чтобы вы просто подписались на мой канал, чтобы я, так скажем, буду видеть, что активность действительно есть. То есть мне стоит дальше снимать подобные видеоролики и только улучшать контент. Ну, а на этом я уже буду завершать данный видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел его до самого конца. С вами был ProGamer. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем видеоролике.